Завтра все православные отмечают главный праздник осени – Покров Пресвятой Богородицы. Ежегодно он приходится на 14 октября. Если обратиться к истории праздника, то в ней рассказано, как Дева Мария раскинула над верующими покров и защитила их от безбожников. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Семьи идут в церковь и ставят свечи. Девушки молятся, чтобы Господь послал им хороших женихов. Также в этот день пекут блины. И прежде чем сесть за стол, хозяйка должна обойти все углы с блинами, читая молитву Пресвятой Богородицы. С этим праздником связано множество примет. Говорят, что зима будет такой, какая погода будет на Покров день. По примете, если в этот день выпадает снег, то и 8 ноября будет снежно. А если нет, то и к 7 декабря снега не видать. Судя по погоде, зима в Чувашии в этом году наступит еще не скоро и будет теплой.